Многие представляют поверхность планеты как политическую карту мира. Цветные пятна соседних стран, черты границ. Привычку так мыслить попыталась расшатать группа художников из Кореи, России и Китая. Существуют определенные границы географические, да, проложенные там, в прошедших веках, которые разделяют между собой эту землю, но мы можем судить по многим артефактам, да, которые были здесь найдены, и по существующим верованиям, и по существующим культурам, что, тем не менее, культура, она очень много в себе носит общего. Экспозиция напоминает жилье шамана. Запах свежего дерева, на круглом столе стоят банки с заспиртованными растениями. На стенах шаманская живопись. Все пропитано идеями космизма. Единство корней и архетипов. Сама выставка тактильная. Фуражки русской военной униформы, которые здесь использованы для игры в Го, можно развесить в любой комбинации. В шаманском нагруднике сделать селфи. В инсталляции «Шаман селфи» используется дополненная реальность. Для этого нужно скачать специальное приложение на телефон и просто следовать инструкциям. И тогда любой желающий может принять участие в шаманском ритуале и почувствовать себя настоящим шаманом. На сердце выставки две деревянных постройки, два типа домов – оседлых и кочевых. Оседлая конструкция показывает симметрию двойки в корейской архитектуре. Никаких гвоздей, клея и скрытых скоб. А вторая – для кочевых. Внутри путники размещают кострище и смотрят на небо. Это жилище тоже легко создать на любой местности. Такие постройки уместны и на болотистой земле, и в горах. Они встречаются и на Алтае, и по всему северо-востоку. Мы видим здесь, что границы, которые существуют между государствами, не столь прочны, и что их также можно исследовать с разных сторон и исследовать вообще в принципе, насколько эти земли объединены между собой и увидеть, может быть, по-новому, в том числе и место, где мы живем. Художники уверены, географию нельзя мерить по нарисованным границам. Нужно уметь смотреть на мир безгранично. Выставка «Один Северо-Восток» изучает положение Владивостока и Приморья не в пределах привычного нам российского контекста, а внутри крупного региона глобального мира. Конечно, если картировать местность, то мы Россия. Но на деле Габаджоу владивостокцам куда ближе, чем сибирское варенье из сосновых шишек. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.